Ну, не удержался, ребята, вообще не удержался, решил все-таки прикрепить обзор к продаже. Смотрите внимательно, маленький, такой вот блестящий пистолет-зажигалочка. Читайте, Корона. Значит так вот, накладочки пластик, он блестящий, сейчас я еще, вот у меня где-то тут магнитик. Проверю на магнит. Да, он все-таки берется на магнит. Это феррум. Железо. Значит, вот эти болтики не открывал. Работоспособность не проверял. А вот сейчас вот покажу, вот как он работает. Доставлю это удовольствие ценителю, любителю, собирателю коллекционных таких вот старючих зажигалочек. Смотри. Чик. Короче, по ходу дела. Вот он этот фитилечек торчит. Механизм работает четенько. Смотри, вот так вот. Сейчас зафиксирую. Когда ты нажимаешь на курок. Оп. Вот там должен по ходу кремень вместе с тем колесиком крутиться. Но кремня нету. Ну, по ходу. Дело его реально запустить и применять прямо по назначению. Претензии, возвраты. Не хочу даже слушать и принимать. Вот.